Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем проходить игру Detroit Become Human. В прошлой серии у нас был симулятор уборщика. Посмотрим, что нас ждет сегодня. Положить заказ. Сегодня у нас симулятор доставщика. Так, что там дальше? Позаботиться о Карле, подняться наверх и разбудить Карла. Хорошо. Очень странный потолок. А где Карл? Здесь? Да, вот спит. Хорошо, раздвинуть шторы. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Так, лекарство. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Карл, спасибо. Не выёживайся. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванну. Так, хорошо. Интересное управление в этой игре. Как бы позволяет тебе почувствовать, что ты что-то делаешь, а не просто нажимаешь на кнопочку одну. Прикольно, прикольно реализовано. Так, посадить есть Карла у нас за стол. Что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Тут без разницы, куда его засунуть, или надо все же объехать. Да, надо все же объехать.
И там бекон с яйцами. Серии был симулятор уборщика, а сегодня симулятор служанки. Ну или как там это правильно называется? Ты дашь ему есть или нет? Дай человеку покушать. Вот. Спасибо, Маркус. Телевизор. Этот мужик вполне адекватный, приятный, даже я бы сказал. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Так, хорошо. Найти себе занятие. Читать книжечку, что ли? Ну, допустим. Оды Китса, Шекспир, Платон, найти другое занятие. Нет, это не то, что бы я хотел читать. Давайте я поиграю. Посмотрим, как этот андроид умеет играть. Меланхолия, надежда, откровенность, загадка. Пусть будет загадка. Серьезно? Это все, что ты умеешь? А, надо было просто тыкать побыстрее. Набираем темп. И теперь медленнее. Прикольно. Манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Ну, поехали. Приятный мужик. Так,
Это студия. Блин, игра прикольная, но... Посмотрим, на чем остановились. Стараешься... Сними чехол. Следить за сюжетом, слушать все, и даже редко появляется возможность вставить куда-то свои 5 копеек. Но в этом и надобности нет, по большому счету. Так, убраться в студии. Ну, хорошо. Так, что тут убрать надо? Тут что-то есть лишнее. Так. Сейчас мы наведем порядок, и все будет красивенько. Вот там еще что-то есть. Так, хорошо. Уберем это. Так, и еще там что-то было. А, Маркус уже закончил. Карл закончил. Маркус это... Это один из главных героев, который позади него стоит сейчас, с которым я сейчас играю. Ну? И каков твой вердикт? Нравится, не нравится... Ну, не нравится. Не знаю, мне ли судить, но... Это не лучшая ваша работа. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Окей. Но это рисковый трюк. Интересно, я смогу рисовать прям, что захочу? Найти предмет для рисования. Нарисовать статую, нарисовать стол. Купировать картину Карла. Ага, это получается... Часть лица, я долго не мог понять, что это. Ну, в таком случае, да, неплохо. Я просто не сразу понял. Нет... Копировать не буду. Статую. И не знаю. Пусть будет статуя. Или нет. Ну ладно. Вот опять же видите, что с текстурами какая-то дичь. Хотя возможно это и из-за глубины резкости. Ладно. Может быть просчет не в подгрузке текстур. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Блин, интересно. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь.
Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Мне прям интересно, что он нарисует. Андроиды, человечность, личность. Личность. Андроиды, отчаяние, сомнение, пленник. Пленник. Интересно, сколько там будет вариантов картин. Ну, типа, если брать разные варианты и разные сочетания. По идее, должно быть 12 штук. Но интересно, предусмотрены ли они всей игрой. Это что за хмырь? Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Кретин какой-то, да? Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да-да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? А больше ничего тебе не надо? Я же недавно давал. На работу пизуй. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Мой ответ нет. Нет? Почему? Правильно. Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Если сын долбоёб, так лучше о пластиковой кукле. Он умнее? Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Было бы кого любить. Никогда не любил. Возможно, сын частично и прав, но это не дает ему права так себя вести с отцом. Так, идем дальше. Сегодня еще одну клубу сыграем. Бар Джимми. Собакам вход запрещен. Странно, что нету вывески, что андроидам вход запрещен или что-то вроде этого. Лейтенанта Андерсона. А его здесь нет. Его здесь нет. С каких пор сюда андроидов пускают? Чёрт. Может быть, он где-то в уборной? Ничего не изменилось.
Ладно. И еще варианты есть. Сканировать лица. Водитель-экспедитор. Это уже Watch Dogs какой-то. Безработный. Так, это либо вот этот вот мужик. Охранник, либо вот этот. Только я не могу его. Блин. Да, лейтенант Андерсон. Отлично. Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо. Достаточно сегодня быстро. Сегодня вечером вы получили дело. Убийство. Учитывая количество баров. Совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Убедить, пригрозить, выразить понимание. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Настоять. Простите, лейтенант, я должен настоять. Я получил инструкции сопровождать вас. Засунь свои инструкции знаешь куда? Не. Куда? Проехали. Пролить его напиток, купить ему выпивку, подождать приношу снаружи. Приношу свои извинения. Я не хотел мешать вам. Я подожду снаружи. Не спешите. Ну, покупать ему выпивку. Убийство, говоришь. Ничем хорошим бы не закончилось. Жди здесь, я скоро. Терпеливо. Как скажете, лейтенант. Охренеть, лучше некуда. Следовать лейтенанту Андерсону. Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Так, я хорошо. Ничего не подтверждаю. Расследуем. Что сказали? Ну да, разумеется, полиция все скрыла. Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Очень смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Он какой-то вот этот андроид, какой-то более... Ой, как же тут воняет. Отстраненный. Это еще ничего, это нечеловечный. И закрытый по сравнению с теми двумя. Есть с девушкой из... Разбойное нападение. Темным парнем, соседи скажем говорят, так. К нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Ну, в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать?
Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Фу. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Так, пойду. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что? Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Я сначала подумал, что это тот же ублюдок, тот, что с дочерью, и там-то девушка работает. Нет, это другой. Просто там та же наркота была. I'm alive, я жил. Это, скорее всего, тот андроид написал. Так. Нож осмотреть. Даже слишком. Человек так не напишет. Нет отпечатков пальцев. Замешан андроид. Образец возьмем. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Ходячая. Простите, лаборатория. Стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться. Так. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Место присутствия, осмотреть жертву. Так, ёлки-палки, камера неудобная. Красный лёд. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделан. Засохшая кровь. Ладно, лейтенант. Там еще куча всего. Эй, вот тут что-то есть. Да, я все. Что тут у нас? Какой-то флаер от стрип-клуба или что это? Так, здесь что? Труп мертвой шлюхи. Нет, не в этот раз. Не в этот раз. Так, что там на стене у нас? Ладно, изучим тело. Ну, тело, конечно, не особо красиво выглядит. Так. Более 19 дней назад скончался. Растяжки. Ничего интересного. А в руках что там? Как реконструировать? Там что-то есть. Он поскользнулся на бутылке. Жертву ударили ножом. А тут что у нас? Двигались из кухни. Понял. Ударили ножом 28 раз. Да.
Видать, убийца крепко разозлился. Нехило так. 28 раз это прям до хера. Это вроде бы не кровью даже. Так, что тут еще у нас есть? Дальше надо идти в другую комнату. Засохшая кровь. А где коронер? Уж полчаса как должен был. Да едет он. Уже скоро будет. Отпечатки. Ну, это отпечатки жертвы, так что это не так критично. Если реконструировать то, что мы увидим, что не тут падал. Психовал почему-то. А, там кто-то был. А, он начал бить андроида, и андроид решил дать сдачу. Ну, там виноват. Так. Вот тут еще что-то есть. Кости псуйки. Доказано, в сексе андроиды лучше людей. Кому интересно, можете почитать. Я специально для вас это листаю. Не следит ли за вами ваш андроид? Ладно, кому интересно, тот прочитал себе. Так, тут еще что-то есть. Опять же засохшая кровь и дверь. Тут, похоже, ничего интересного нет. А, вот есть что-то. 3D ног. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Получается, виноват. Так, еще что-то есть интересное здесь.
Тут я все, в принципе, изучил. Вот здесь еще есть комнатка. Импульсивный почерк. Хорошо. Вот тут еще что-то есть. 10 улик найдено. Да, теперь. Поговорить с лейтенантом Андерсоном. А где он? Вот стоит. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. С битой. С битой. Да, улики это подтверждают. А потом? Блин, надо прям внимательно играть. Андроид ударил жертву ножом. Андроид ударил жертву ножом. Блин. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Нет, да, все правильно. Ладно, что потом? Человек побежал... В гостиную. В гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а. Искать следы голубой крови. Блин, я прям увлекаюсь, так интересно. Так, следы голубой крови вижу. Так, отойдите, дяденька полицейский. Так, сюда. Посмотреть. Что тут у нас? Ведут на чердак. Как-то ничего. Неужели он на чердаку сидит? Так, я могу взять лестницу. А, ее здесь нет. Надо придумать какой-то еще вариант.
какие есть варианты. На что можно забраться. А, вот. Стульчик. Эй, куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. Так. Поставить. Так, вылази. И что там? Повешенный андроид? Аккуратно. Это манекен. Где андроид? Я видел, как он побежал. Так, хорошо. Там что-то светится. Девиант обнаружен. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста. Извиняюсь за собаку на заднем фоне. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен! А ну-ка, дуйте сюда! Живей! Ну, у меня выбора не было, сдавать или не сдавать, так что... Сорян, мужик. Ладно, друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, написать комментарий, например. И увидимся завтра. Всем пока!